станице Новолокинской состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию спортивного зала. Этого события жители станицы ждали с большим нетерпением. Больше года проводились ремонтные работы. И вот, наконец, наступил долгожданный момент. В зале собрались школьники, молодежь, жители и гости станицы. Глава района Александр Коклин поздравил присутствующих с открытием, преподнес в подарок спортивный инвентарь. Глава Успенского сельского поселения Владимир Черкасов поблагодарил всех, кто способствовал появлению спортивного объекта. Законодательное собрание Краснодарского края в лице депутата Александра Шустенкова и глав крестьянско-фермерских хозяйств за оказанную финансовую помощь, работников хозобъединения и ребят за проведение ремонтных работ и оформление зала. К молодежи обратилась директор средней школы номер 28 Оксана Селезнева. Я думаю, что вы будете посещать и здесь, и в школе, и занятость у нас будет не на 100%, а на все 120%. Я желаю всем успехов и, как говорится, здоровья. А для здоровья нужно, чтобы вы посещали все кружки. Удачи! В честь открытия в спортзале состоялись первые соревнования. В мини-футбол играли мальчишки младшего возраста. В волейбол сразились представители старшего поколения, в числе которых главы района и поселения. Появление зала будет способствовать развитию спорта и физической культуры на территории станицы, привлечению к здоровому образу жизни и выявлению новых спортивных надежд района.